привет, меня зовут Леша, а это Coffee Brew Bike. Это мобильные экологичные велокофейни. Вы можете открыть очень модный эспрессо-бар и потратить где-то 100 тысяч долларов. А можете купить велокофейню, и не одну, если посчитаете, это около 60 за эти деньги. Но, в принципе, одна велокофейня стоит 1500 долларов. Когда я открывал этот проект 5 месяцев назад, в нас, а точнее в одного меня, вообще никто, в принципе, не верил. Но теперь немножко все поменялось, потому что за 5 месяцев работы мы стали самой большой сетью велокофейнь в Украине. Наша миссия – дать возможность каждому предпринимателю, амбициозному предпринимателю, начать свой бизнес. Потому что сейчас время предпринимать и время что-то делать. Have a nice day! Я купил байк 3 месяца назад. Леша, чокнутый чувак, который дал мне лекцию по поводу стрит-фуд, и я увидел, его глаза горели. В общем, я купил байк. И сейчас я понимаю, как важно иметь свой собственный бизнес. Для меня важно чувствовать независимость в действиях и в бизнесе. И кроме того, я люблю кофе. Ребята учат всему необходимому и даже больше, чтобы начать свой бизнес. В общем, 3 месяца спустя я собираюсь купить 2-й байк. Coffee is really great. Nice morning. So tasty.